Но то, что творится в Санкт-Петербурге, когда Евгений Плющенко выходит на лед, не может сравниться ни с чем. Открою вам маленькую тайну. Для того, чтобы Женя мог безболезненно и беспрепятственно покидать этот стадион, машина за ним подъезжает прямо ко льду. И он выезжает тайными ходами, потому что ему не дают прохода в Санкт-Петербурге. Заслуженный мастер спорта Евгений Плющенко. Композитор Игорь Корнелюк. Уже несколько лет Евгений Плющенко тесно сотрудничает с музыкантами. И то замечательное шоу, которое вы здесь видите, по-моему, родоначальником этого шоу все-таки был Евгений Плющенко. Игорь Корнелюк, Эдвин Мартон. Музыканты, которые поют и играют, когда Евгений Плющенко катается. Это замечательная традиция. Все так и должно было быть. Ночь и тишина, данная навек. Дождь, а может быть, падает снег. Все равно бесконечно надеждой согрет. Я вдали вижу город, которого нет. Где легко найти страннику приют? Где наверняка помнят и ждут? День за днем, то теряя, то путая след. Я иду в этот город, которого нет. Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых истин. Мне до него последний шаг. Судьбой дано. Пусть об этом знать не суждено. Может быть, за порогом растраченных лет я найду этот город, которого нет.
Несколько тысяч человек здесь, на стадионе. И каждый знает Евгения. Если бы каждый бросил бы по игрушке сейчас на лед, их можно было бы убирать лопатой. Да их и так можно убирать лопатой. И заполнить ими всю его машину и квартиру. И еще миллионы тех, кто смотрит эту трансляцию. И... Но разве хоть кто-нибудь не знает Евгения Плющенко? Но разве могло бы быть такое сейчас сумасшествие, поклонение, любовь, если бы 10 лет назад этот путь не прошел бы замечательный человек, олимпийский чемпион Алексей Урманов? Если бы не воспитал рядом с Урмановым и вместе с Урмановым на льду мальчишек Женю и Лешу Алексей Николаевич Мишин. Я не знаю, где это точно началось. Может быть, в Волгограде, может быть, в Питере, может быть, 100 лет назад, когда Панин Коломенкин чертил свои фигуры на льду. Может быть, 30 лет назад, когда появился на свет Леша Урманов. Может быть, 60 лет назад, когда появился на свет Мишин. Неизвестно. И неизвестно, когда это закончится. Потому что наша с вами история не заканчивается. Она, наверное, циклична. Топот ног и аплодисменты. Он не уйдет отсюда без награды. Он выиграл золотую медаль, выиграл в таком стиле, ну вы видели, в таком стиле, что ему мог бы позавидовать любой спортсмен любой страны, любого времени, любой эпохи. Он выиграл зрительскую любовь. Уж не знаю чем, слишком много факторов, чтобы вот так один назвать. Об этом знать.